Дорогие друзья, мы начинаем второе отделение нашего концерта. И сейчас прозвучит главная тема из кинотрилогии «Хоббит» композитора Говарда Шора. Хочу отметить, что в этой композиции сегодня присутствует уникальный, я бы сказал, инструмент. Называется он вистл, такая мини-флейта. Ну и, конечно, соло на вистле Дарья Крутикова. В нашей программе звучит произведение Йохана Йохансона «Кемпинг» из кинофильма «Вселенная Стивена Хокинга». Thank you.
О следующем произведении, которое прозвучит в нашей программе, на просторах интернета ходит много слухов. Его приписывают, авторство его приписывают многим великим классическим композиторам. Кто-то говорит, что это написал Вивальди, и эта композиция не вошла в цикл «Времена года». Другие считают, что это именно композиция, так называемая «Танго смерти», под которой в концлагерях фашисты производили казни. Но на самом деле композиция «Палладио» композитора Карла Дженкинса была написана гораздо позже, в 93 году. Ну вот, развеяв все слухи и сомнения, Карл Дженкинс, «Палладио». Александра Кочеткова, известный практически каждому жителю нашей страны по кинофильму «Ирония судьбы» или «С легким паром». Баллада о прокуренном вагоне называются эти стихи, или, как больше их знают слушатели, «С любимой не расставайтесь». История стихов такова. В 32 году Александр Кочетков, автор стихов, отдыхал с женой и родственников и должен был уехать, вернуться в Москву на несколько дней раньше супруги. На вокзале, уже сев
Поезд, они долго не могли расстаться, она не отпускала его с перрона и в последний момент уговорила и вытащила его из вагона. Поезд уехал, они остались у родственников. Спустя 3 дня он все же вернулся в Москву, один раньше супруги, где услышал от своих друзей, что они практически уже простились с ним, потому что поезд, на котором он должен был следовать, изначально потерпел крушение, и пассажиры погибли. После этого он отправил своей супруге письмо, в котором были всем известные нам стихи. Ну, а музыка на эти стихи появилась буквально год назад. Автор музыки Максим Фадеев, автор слов Александр Кочетков. С любимыми не расставайтесь. Под ваши аплодисменты Анна Степанова. Ветвями, как больно, милая, как странно раздваиваться под пилой, и зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами, и зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой. Пока жива, с тобой я буду душа и кровь нераздвоимы. Пока жива, с тобой я буду любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой, любимый, ты понесешь с собой повсюду. Ты понесешь с собой, любимый, родную землю, милый дом. С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты, за расставанием будет встреча. Не забывай меня, любимый, за расставанием будет встреча. Вернемся оба, я и ты. Но если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану за звездный пояс млечный дым, я за тебя молиться стану, чтоб не забыл пути земного. Я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредим. С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на. Уходите на миг, когда уходите на миг. Спасибо большое, Анна Степанова.
камерный ансамбль «Кармен». Спасибо. Ну, еще одна современная композиция из репертуара группы Imagine Dragon. Радио «Эктив» поет Анна Степанова. Степанова, ваши аплодисменты. Дорогие друзья, бывает так, что музыка кинофильму становится популярнее самого фильма. Я думаю, что вот следующее произведение как раз тот случай. Композитор Клинт Мэнсел. Главная тема из кинофильма «Реквием по мечте». Thank you.
нашей программе звучит произведение Арсена Бучинского «Ноктюрн Жасмин». Thank you.
Соло на вибрафоне Сергей Бегарев. Дорогие друзья, и вновь в нашей программе современные хиты в собственной аранжировке. Майли Сайрус, разрушительная сила. На сцене вновь очаровательная Анна Степанова. Встречайте. Друзья, следующая композиция наверняка не нуждается в представлении. Она знакома и любима многим из нас. Композиция из кинофильма «Титаник». «My Heart Will Go On». Поет Анна Степанова. Thank you.
Анна Степанова. Соло на блокфлейте Дарья Крутикова. Дорогие друзья, в нашей программе звучит композиция из репертуара группы Jethro Tull «Буре». Основой этой композиции послужила сюита ми минор Иоганна Себастьяна Баха. Это еще один из ярких примеров и образцов дружбы классического рока с классической музыкой. И вновь на сцене Анна Степанова. Встречайте. Композиция из репертуара Анны Лорак. «Я вернусь».
кажется, самолет, самый печальный мой полет, не отменить нельзя. Дальше, дальше от тебя поднимаюсь, не моя, но побед. Браво! Анна Степанова. Спасибо. Камерный ансамбль «Кармен». Дорогие друзья, наш концерт плавно подходит к своему завершению. Как ваше настроение? Здорово! А давайте аплодисменты не будут смолкать. Я еще раз представлю с удовольствием музыкантов, которые подарили нам сегодня этот замечательный праздник. Лауреаты международных конкурсов. Анна Балтыбаева, первая скрипка. Вторая скрипка. Евгения Барсукова. Альт. Дарья Боровская. Виолончель. Художественный руководитель камерного ансамбля «Кармен» Людмила Гомосова. Дипломат международного конкурса Галина Гребенюк, фортепиано.
Помогали сегодня камерному ансамблю «Кармен» лауреаты международных конкурсов Алексей Олехнович, ударный. Сергей Богарев, ударный. Забыл, конечно же, забыл назвать. Флейта. Очаровательная флейта. Дарья Крутикова. Лауреат Всероссийского и международного конкурсов Анна Степанова. Вокал. Наш замечательный ведущий Александр Встыга. Спасибо, дорогие друзья. Ну что, расходимся или еще что-нибудь? Еще? Готовы? Ну тогда громче аплодисменты, дорогие друзья. Камерный ансамбль «Кармен».
камерный ансамбль «Кармен». Коллектива «Кармен», художественному руководителю и дирижеру эстрадно-симфонического оркестра Дмитрию Бутенко за великолепное видео, видеонарезку, которая сегодня была представлена вашему вниманию. Дорогие друзья, и, конечно же, вам огромное спасибо, что этот вечер были вместе с нами. До новых встреч! Друзья, еще раз ваши бурные аплодисменты. Камерный ансамбль «Кармен». Анна Балтыбаева, Евгения Барсукова, Дарья Боровская, Людмила Гомозова, Дарья Крутикова, Галина Гребенюк, Алексей Олехнович, Сергей Пигарюк, Анна Степанова. Ну и ваш покорный слуга. Провел лауреат всероссийского конкурса «Новая звезда» Александр Пстыга. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, что этот вечер провели вместе с нами. Мы надеемся, что у вас осталось хорошее настроение. Так? Да. И ждем вас вновь на наших концертах. Спасибо, до новых встреч. Всего самого доброго.